бурлил дом народов. Поэт Никифор Ляпис-Трубецкой был здесь своим человеком. Он знал кратчайшие пути к тем оазисам, где брызжут светлые ключи гонорара под широколиственной сенью ведомственных журналов. Доброе утро. А, Никифор Ляпис-Трубецкой. Привет. Привет. Написал замечательные стихи. О чем? Вы же знаете, у нас журнал сугубо медицинский. Учел. Баллада о гангрене. О, это интересно. Давно пора в популярной форме излагать идеи профилактики. Угу. Итак, баллада о гангрене. Страдал Гаврила от гангрены. Гаврила от гангрены слег. Баллада об измене. Гаврила был неверным мужем. Гаврила женам изменял. Ну, как начало? В общем, хорошо. Но нехорошо. Мы молодежный журнал. А вы рассказываете о каких-то совершенно антипедагогических, неправдоподобных вещах. Ну, где вы видели, чтобы мужья изменяли женам? Я лично это такого совершенно не помню. Потом это же наши мужья, это же наши жены. Да, абсолютно нетипично. Правильно. Я тоже много об этом думал. У меня есть другой вариант. Гаврила был примерным мужем. Гаврила женам верен был. Вот. Вот это гораздо лучше. И заметьте, намного острее. Баллада о мигрени. Служил Гаврила бюрократом. Гаврила бюрократом был. Баллада о подмене. Хоть был пожарником Гаврила, Гавриле дали фильм снимать.